В России более 200 тысяч семей получают пособие на детей до 3 лет из материнского капитала. В Дагестане же 456. Это государственная поддержка положена семьям с уровнем дохода, который ниже 2 прожиточных минимумов на человека. С начала текущего года в предоставлении этих выплат были внесены изменения. Теперь средства, положенные на каждого ребенка до 3 лет, в том числе и на первенца. А также изменились даты. С июня всем семьям средства господдержки будут отправляться 5 числа каждого месяца за предыдущий период. Отметим, что для того, чтобы получать выплату гражданам, нужно обратиться в социальный фонд, либо запросить услугу через личный кабинет в госуслугах. Денежное пособие регистрируется на год, после чего его нужно будет продлевать.